привет! Вы на канале Лазница. Меня зовут Вика. Очень рада, что вы включили мое видео. Если вы случайно попали, то не забудьте подписаться. У меня канал о прическах. И давайте начнем. Сегодня я хочу вам показать две простые прически на стрижку каре. На вот такие вот короткие волосы. Сегодня, как вы видите, я в таком образе, в парике. Прически у меня часто просят на разные стрижки, поэтому я решила делать и на париках. Почему бы и нет? И первая прическа – это коса из 5 прядей. Начинаю я всегда с 3. Мне так удобнее, чтобы не запутались пряди в пальцах. И теперь буду добавлять 4-ю, 5-ю прядь. Итак, беру я 4-ю прядь, кладу ее под левую и на среднюю. Вот так вот. Теперь справа я также добавляю прядку, кладу ее под правую, как вы видите, и на ту, которую мы добавили до этого, 4-ю. Все, теперь у нас есть 5 прядей, и мы можем плести дальше. Беру слева крайнюю прядь, кладу ее под соседнюю и на 3-ю, то есть вот так вот. То же самое делаю справа, под соседнюю прядь и на следующую. Таким образом я проплетаю то справа, то слева, как вы видите. Крайние пряди я кладу под прядь и на прядь. Вот так. Под прядь, на прядь. Под прядь, на прядь. И плету так до самого конца. Это реально подойдет на каре, которое покороче, потому что тут все-таки волосы у вас длинные. Вы просто заплетаете до конца, насколько у вас хватит волос. Затем я крайние прядки вытягиваю. Вытягиваю я за кончики, стараюсь не трогать основание пряди. Кончик я завязываю резиночкой и также плету и с другой стороны. То есть начинаю плести обычную косу, проплетаю немножко и добавляю 4-ю прядь, а затем добавляю 5-ю прядь. Так пальцы не путаются в волосах, если начинать сразу из 5. Тем более самой на себе сложно начинать сразу из 5. Мне вот так вот удобно, я себе придумала так и так и плету. Тем временем, пока я плету, хотела бы вам предложить подумать над тем, какие бы вы хотели прически, чтобы я показала своими руками, то есть сама на себе. Может, интересуют какие-то косы, вы не умеете плести, или конкретно вечерние прически. Скажите, мне интересно, и, может быть, я сниму видео. Теперь, когда я доплела, я беру прядку, увожу ее назад. Вы смотрите, насколько хватает у вас пряди. И в том месте, где прядка заканчивается, я поднимаю часть волос. И под этой прядкой, под этой частью волос, я закалываю свои косы невидимкой. Я цепляю, сейчас не видно, я цепляю невидимку за резинку и закалываю к волосам, прикалываю. Затем прядку опускаю, и, как вы видите, косы прячутся у вас под волосами. Очень интересный вариант. Ну, согласитесь, вроде просто плетется, но выглядит шикарно. Следующая прическа очень легка в исполнении. Я беру часть волос на макушке и завязываю хвост. Затем я беру как подхватами еще часть волос и вместе с верхним хвостом тоже завязываю резинкой. Теперь вот этот вот мешочек вытягиваю, который образовался, и закалываю вот такими вот железными штучками. Я брала их на AliExpress. Может, видели, на афрокосы они обычно цепляются. И вот такой вот маленький аксессуар, но очень интересно смотрится. И вот такая вот получается прическа. Она мне безумно понравилась. Из всех, что я делала больше причесок. Если хотите, кстати, вторую часть, то ставьте пальчик вверх и плюсик в комментариях. И я обязательно смонтирую для вас следующую часть. Спасибо, что досмотрели до конца. С вами была Лазница Вика, и всем пока. Подписывайтесь на мой инстаграм Лазница Вика, это основной, там я выкладываю видео
и чаще бываю, а второй инстаграм Лазница Хэйр просто с такими арт-фотографиями. Так что, если интересно, жду вас и там.